А что уже делать-то? Летать-то надо, на гастроли ездить надо. Уже боишься, не боишься. Уже летишь. Ну а куда деваться? У нас такая работа, нас все люди ждут. Праздники, корпоративы. Все хотят ярких артистов. Всем надоело уже вот одно и потому. Знаешь, одеты, как Долгов на экране. В жизни, как от Долгов. Хочется смотреть и наслаждаться творчеством ярких исполнителей, ярких артистов. Поэтому именно вот такие яркие артисты, они все востребованы. Их мало, но они востребованы. И уже боишься ты влетать или не боишься ты летать, уже летать придется. Ну понятно, что сейчас все перепуганы уже этими событиями, уже все так не очень относятся к тому, что летать. Ну, что делать?